чашечку собрала, хватит мне. Поставила я казан. Сейчас вот начну обжаривать потихоньку. А здесь у меня сегодня на обед борщ со щавелем я варила. Сейчас со сметанкой уже время обеда. Сейчас мы с Валерой поедим, пообедаем. Понемножку буду добавлять. Здесь вот еще у меня половина осталась. Присолила чуть-чуть, они сейчас подсядут сразу. Решила я обжаривать маленькими партиями. Вот видите, обжарила. Сейчас переложу все в кастрюлю. И потом уж дальше буду следующие обжаривать. Пережарила я все девочки баклажаны. Перекладываю все в кастрюлю. Сейчас здесь вот нарезала уже перчика болгарского. Сейчас обжарю. Сейчас еще красненького подрежу. Маловато перчика. Здесь же, в этом казане, буду все и жарить. Не буду ничего мыть. Видите, сколько много получилось баклажан? Целая кастрюля. Ну, у меня и баклажан же было много. А здесь поставила воду, ошпарю помидоры и почищу кожицу. Иду, девочки, с огорода. Смотрите, какая красота, да? Все спеет на корню. Вот тепло. Так хорошо. Сейчас хочу взвесить. Но у меня там еще больше, чем эти перчины. Вот так, наверное. Это ламуй-о. Тоже потом взвешу, скажу, сколько будет весить. Сейчас этот завешу при вас. Так, нолик я выставила. 258 грамм. Сейчас покажу. Вот, друзья, видно вам, да? 258. Прям хороший перчик. Ой, красота. Красавчик. Сейчас порежу. А то у меня здесь только зелененький, видите? Вода у меня сейчас закипит. Сейчас я туда опущу помидоры. Порезала я и красный перчик такими маленькими квадратиками. У меня, знаете, это рецепт не вычитанный нигде, ни из какого там Ютуба, Зена, нет, просто вот экспромт. Сама себе тут понапридумывала и делаю, поэтому ничего я вам тут писать не буду, никакой рецепт. Просто, как сказать, от себячина, в общем. Слегка обжарю, все соединю. Так, помидорки у меня здесь разные, приразные. Ой, еще один перчик забыла. Ладно, я его так съем. Я люблю перец. Так, вот так делаю крестик. И кипяточек. Ну, всего чуть-чуть припустила перчик и хватит. Все, я сейчас выключаю, разделываю помидорки и потом разделю на две тары, половину сюда, половину сюда, вот в кастрюлю, и залью резанными помидорками. Банки у меня стерилизуются сразу все в духовке. Крышки обливаю кипяточком. Сейчас вот почищу помидорки, порежу и все. И буду делить по кастрюлькам.
Так, я разделила. Сюда добавляю перчик. И сейчас туда и сюда помидоры. Все, и добавляем помидорку туда и сюда. Соль, сахар добавила. Помыла два лавровых листика. Сюда и сюда. Все. Сейчас вот минут. Так, 20 протушится, и буду закрывать. А, горошек, перчик еще можно добавить. Тоже хорошо будет. Вот, хватит. Все. Хоть на хлебушек, хоть к гарнирчику, хоть куда. Вкуснятина будет у нас. Все, закрыла я, девочки. Получилось у меня 9 баночек. Да, правильно, 2, 4, 6, 8, 9 баночек получилось икры. Добавила я в конце немножко уксусной эссенции. Вот в каждую кастрюльку по столовой ложечке. Побоялась. Все, как говорится, не дай бог, поэтому добавила. Ну, такой сахарок, кислота. Все сбалансировала, попробовала. Все хорошо, все вкусно получилось. Все, всем до свидания, всем пока-пока. Ночь у нас уже, видите, я только позакрывала все банки. Все, пошла я в баню мыться.